и наглядно, в каких случаях пригождаются вот такие вот лопаточки для разборки. Значит, у нас есть старый пульт, саморез выкручен, но открыть его — это еще то занятие, потому что полностью весь корпус на защелках. Допустим, от отверток, или же если хотя бы там задней частью пинцета пытаться открыть, мы получаем вот такие вот повреждения небольшие. Они минимальны, но они все же есть, даже если очень аккуратно. Ну а теперь берем вот такую вот лопаточку удобную. Дальше стараемся попасть. Подклинить, оп, и вот, вот защелка, и подклиниваем дальше. То есть максимально захватываем, клац, клац, просто удивительно и круто. Но это нужно, конечно, проходиться по всему периметру, вот и здесь, и до конца. То есть, в принципе, я рекомендую идти с одной стороны и до конца. Половину, значит, открываем, и потом легким движением, так вот, клац, и открыли. Ну, вот, собственно, и вся схема. И повреждений мы здесь практически по минимуму оставили, даже если будут очень жесткие защелки. Поэтому именно вот такие вот три штуковины рекомендую.